Монумент Небесной Сотни в Одессе. Проект-победитель оказался плагиатом. Он имеет большую схожесть с памятником «Голуби мира» в российском Ангарске. Композиция есть и другие претензии. Выяснилось, что подпись одного из членов конкурсной комиссии оказалась поддельной по причине его отсутствия во время голосования, а потому результаты конкурса аннулированы. Есть два варианта решения. Либо переголосовываем с действительными членами комиссии, либо второй вариант – это приостанавливаем этот конкурс, безусловно, и выносим опять это решение в сессионный зал и объявляем заново конкурс. Впрочем, автор «Одесских пик», архитектор Василий Мироненко, факт плагиата отрицает. По его словам, ничего схожего в концепции памятников нет. А если будет объявлен новый конкурс, планирует принять в нем участие. Это не пики, там просто стержни какие-то. А у нас органы, это разные вещи. Ага. Вот. А что касается птиц, то это, так сказать, в мировой практике применено абсолютно. В общем, вы отрицаете, да, факт плагиата? Я вас правильно понимаю? Конечно.